Какими заветными и желанными были деликатесы в советское время, особенно те, которые производились на экспорт? Казалось, они вкуснее, качественнее и необычнее тех, которые предлагались на местных прилавках. Сегодня Курганский мясокомбинат открывает секрет вкуса и предлагает окунуться в эпоху 60-70-х годов. Новая линейка «Курганский стандарт» сохранила свою классическую рецептуру того времени и приглашает поностальгировать. Сейчас мы разработали новый продукт, которым мы очень гордимся. Он называется «Курганский стандарт». Эта продукция производилась на комбинате в 60-е годы, когда комбинат в период социализма поставлял свою продукцию более чем 20 стран мира. Это были страны Европы, это были страны Африки, это были страны Азии. И сейчас этот продукт мы выдаем нашему потребителю. Экспортное направление на предприятии всегда было широко развито. Продукция и по сей день пользуется большой популярностью не только у россиян. А стандарт входит в пятерку самых популярных производителей страны, но и далеко за рубежом, в Африке, Азии. Консервы в 60-70-х годах прошлого века поставлялись на Кубу, в европейские, африканские страны и Вьетнам. Сегодня курганцы могут первыми попробовать линейку продуктов, выдержанную в классической рецептуре. Несомненно, продукты, выпускаемые в советское время и по нормативной документации, отличаются от существующих документов. Но главной особенностью данного продукта является то, что мы используем сырье, исключительно выращенное на территории УРПО. Говядину, свинину и мясо цыпленка «Курганский стандарт» можно купить уже сегодня в торговой сети «Метрополис». Стоит отметить, что Курганский мясокомбинат никогда не останавливался на достигнутом. Недавно была введена в оборот новая линия, которая позволила расширить ассортимент и объем выпускаемой продукции до 7 миллионов банок в месяц. Сегодня в копилке предприятия более 150 наименований продукции. А еще «Стандарт» – единственная российская компания, которая примет участие в крупнейшей на африканском континенте выставки «Африка Биг Севен». Подробнее о мероприятии мы расскажем в одном из следующих выпусков.